Hello guys. Today Olympiad and I have opponent. Thanks, Christian. Здорово, Барлок. Доскилы. Кстати, доскилы, я ж пассивку не выучил, гребаный насос, сейчас. Я пешки не поменял, вот это я врываюсь. Хер, надо пешки срочно поменять. Податывается один на Олимп называется. Андрон батон. Пусть выживаем из глубь. Сейчас беру, секундочку. Не тут. Косяки. Так, гемы там не есть хоть? Thanks, Jonas. I do.
Okay, guys, moment I need. Wait a bit, please. Так. Уже получше. Окей, Барлок, доллар скиллы, это у меня элементарное. Ну, сейчас еще, кстати, на дэмэдж. Вот, на дэмэдж. Его обычно меняют, делают на хп. Ну, кстати, блин, я сейчас что-то лениво не подготовился. Лучше, конечно, было поменять. А так идет скилл пауэр и триггер, который обычно все берется. Ну и скилл КД. 5% скилл критикал дэмэдж. Блин, ну хпшку, может, тоже надо было поменять. А то сейчас ворвусь. Отметили. Так. Ловивай сек. Так, первый раунд начинается более-менее. My action for today is not have any lose, and with this many actions I can have here. Какой хитрый. 3 points, only 3 points. I need have minimum 4, and will be good. About one shot, yes, maybe I need change dual for HP because this 9 physical attack will not help me. Yes, guys, I see I need changes for better success. So after, no, I will not now. After this fight, I will go to change. Yes, I will. I will play better.
Not in this, why not using handgun weapon in Oli? I don't have it anymore. Yep, guys, it's small secret. Sorry. I use a restream chat for together see Twitch and YouTube, and this time I don't see Twitch, so I will check sometime on site because my chat program not working. Viva is good because Viva has point. Здорово, Дудот. Здорово. Такие же даже скиллы не завязал. Но зато пазили меня. Неужели целиться будет прожимать? Окей. Five points. It's better than three or four. Так, сейчас меняем dual skill. For now I need change dual skills because I have wrong skill for PvE mod versus monster. For this I need trade with my toon and make better amount in my inventory. What? It was macro, I see. Понятно, it's not macro, it's wrong party with pickup. Okay. А что нужно законсолить? Ну? Не хочет? Я же Дэну все скину. Ты слоупок. Не? Нет. О, законсолил? Дудот, нет, не сделал, потому что я тупо все свои точки продал. Так как минимум поэтому. Я не спешу, я обязательно сделаю, только нужно пока есть возможность продавать. Потом будет попроще ситуация. Так, вас поменяли. Сейчас берем назад все, что нам нужно. Сертификаты. Раз. Два. Угу.
Энрик, интернет? Да хрен его знает. Вот только что не падал у меня, получается, сеть не падала, а вот дисконнект какой-то был часик назад. Без понятия. Кстати, посмотрел наши бумажки. В понедельник, наверное, в Сельсинг все-таки поеду. 3 года еще не прошло. Еще осталось 3 месяца гарантии. Так, сейчас мы учим скиллы. Начнем с самого элементарного. Skill Power, Damage и Condition. Все. Теперь летим в Шулгард. If you will be action, yes, I will come. Even if you will be smaller, maybe something with my party, I will hit the enemy from backside, for example. So, anyway, I will have action. Так. I don't know who is it. Aviscera. Insanity, critical damage. Ah, Avi. Avi. Okay.
Oh, 20 плюс 20. О май гад. Окей. Hello, hello. You have amethyst? For example, support maybe talisman? No? Why? Why, hi? Why? You kill me? No. Hello, Tsunakas. Plus 3. Only 3 points. Ha ha. Phew. Oh. Барлов, конечно, я выучил момент. Момент был упущен. Да, я взял за место по атаке ХПшку, потому что лишний момент меня могут просто убить, и я не смогу воспользоваться, тем более, опять же, минус по дефам деф, да хоть незначительно, но может повлиять на выживаемость мою. Поэтому лучше перестраховаться, перебздеть, но зато выжить. Okay guys, so it's port. HTM. Oh, it's ammonia. I see it's middle summoner because this air talisman. Ah, Gaterkus, yes, I have info. I can have link for you. It will be. Wait a bit, please. After this fight I will link event.
Пум-пум. Да, но сейчас я пока ТС то не слышно вообще. Пока отключен. А, ты же у нас фонишь, поэтому. Шучу. Окей, Готеркус, special for you. On Twitch. Окей, okay. I will say on Twitch and Ну, если получается, попытайтесь не подписаться, да? Чё ж нет-то? So, guys, next event possible will be free event. Да сейчас жесть, поинты попадаются сейчас, чем больше разница, тем меньше дает, в общем, сейчас по 3 поинта дает. Да, потому что чем дальше в лес, тем злее дятвы. Или чем дальше в лес, тем ближе вылез. Жесть какая-то. Problem, guys, with point, if you have more points on self character and big difference with your opponent inside arena, it will be lower and lower points to you. And if I die for this low points, it will be, for example, 20 points to him, but for me too. Amazing. So I hope I will not have today disconnect. Энрик, ну, получается, эвент, скорее всего, не знаю, как будет промоушен, не будет промоушен. Ну, какие-то опять розы, какие-то, не знаю, плюшки могут быть. Я без понятия, то есть они, бывают отличаются. Я, может быть, чисты. У них называется эвент, это, блин, сейчас все. Это не обозначает, что это будет халявный эвент, типа, для всех игроков. Типа, закинь там пару сотен баксов, получи там 200 коробок. Так что, ну, поглядим. Может быть, что-то дропаться будет с мобов. Да, подпишись. Алекс Белоусов, я показал линк, и там все написано. Если ты не понимаешь, что это где-то, это Discord. Да, ребят, иногда Discord может быть полезен, и иногда там показывают важную информацию. А, hello, Dan. Hello, guys. Welcome to this Olympiad stream. Today I have opponent. I have more matches, so if my matches will be without lose, I will have more points. I hope. It's already close.
Так. Что-то я хотел. Не помню что. А теперь вспомню. Я хотел мою пушку с лестивом. Какая-то нахрен эта пушка. Запилить? А, так у меня тут и есть. О. Сальник, кстати, я не вязаю. Блин, мне был уже маг раздет. Ой. Ой-ой-ой. Убьет же. Free points. Hello, Dennis. Hello, World Spoil. А, Prayrock, это сервер находится в Америке, а тайм-зона, да, плюс-минус, это европейская сейчас. То есть, сервер по ГМТ. Европа. Так. Еще не воюет. My opponent have fights, but still not fighting. VV, I see, did one. Patriot still have 10. Get Sobby, I see, have something. Lorinda, yes, for now, no more old red bosses. We have a few 105, it's 6 illusion and graph around every tower and rest high level on different spots. Ну, он где-то себе инсайд. He have a bit fight, so maybe you have my revenge.
Ну, крокет. Батерги из крокета или укоим. Фериус, Фериус, сколько? Гив. More defense versus Daio. Two rings. Not better, for me. I prefer not keep skills. Prefer use it. What? What? He used supper? No, again, only 4 points. Dr. Smile, I will make later. For me, it's really not very important. Plus 10 set. I get a berate to my last time for items like damage is drunchered and got jewelry, it's necklace. And another. Kaiman, thanks for $1. Thanks for supporting. So, Kaiman, help me to make my set plus 10. It's only breastplate for now. Later, will be more. Anytime. Lineage 2 is game by step. So I have another priority. What happened to Drown Hunters? Haven't logged it. Okay, Dennis. For now, yes, it's PV mod. Max Clan used different methods. It's not so much PvP. So, everyone have something to do with monsters.
and the main PvP it's sometime location PvP in spot for spot. Арчер. Арчер. Бандиты и нанистериты. Так, ну, тут опять первый случай будет. Oh, it's fit, guys, and 3 points. Okay, thanks for hit. Anyway, it's still plus points and without lose time. Yes, rip what the PvP, welcome monsters. Oh, I miss again, use Drawn Rage. It's important skill with physical attack. Okay, port. Ну ты, Энрик, шутник. Ну, я ж юзал. Оу! О май гад! It's chance for us because time to sleep have Dragon Ball level 3rd. It's LLL. I don't need any boost for him now. Important fight.
Фак. Не успел. Диспут просрал. Фух. Тащим, 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 тащим. Блять. Guys, it's minus 18 points. Я думал, у меня танза была, а мне кажется, нет, что ли? Я очень рассчитывал на танзу. Надо было закрываться. Dragon Skull. Fuck. Yes. It's rules. One more fight and I will lose my hair. Yes, if I lose, I have minus 15. If I win, I have only 3. It's a new Olympiad system. He have third level stage bow, so it's hard damage. Anyway, it's game, guys. Yes, good fight. I need to use run scale on some moment, not flash. I had like I understand, maybe no, ultimate evasion fights. Maybe I miss also use ultimate evasion. Maybe. Yes, anyway, good fight. And I have for now bad situation. I have same, maybe same, by the way, maybe same. Yes, enemy used interesting tactic. Maybe I will play it also on another character without stream for interrupt them next week, not week and last week on the next month. Let's see. Anyway, guys, it's game, so it's one miss on first round, but second I did it. If you see him box stun, even have Gyan Celestial, so he prepared. It's small chance to have same guy, but I I'm lucky. Better to have high points like Patriot, and will be same fight. But.
Эй, спорт. Wizard Insanity. Let's see. Item skill power, it's not working, guy. Yes, maybe it's something, but in power, what? He waiting work for. No MP already. It's not, 18 like I was before. Maybe even today I will faster made it my fights and go to Olympiad. Or interrupt them too. Yes, I need back my points. It's 20 different. This plus 3 and 4, it's so big different. I've 18, it's around 5 matches. 5. Так, сколько мне осталось там? For back to my position. He have already better chance. I need make around 5 back and 10. Not very good situation. Very good situation. It's a victory from our side. Will be not hard fight. Follow star. Yep.
Luck. 3 points, 3 points. So it's this six fight, yes. And one lose, so it's 7. From 25, it's minus 7. Amazing system, but it's also interesting. Anthony, I not understand your question. Энрик, рулеры дают, по сути, мне парализ. Это самое основное, что мне нужно. Это там немножко по атаке, но парализ. На 3 секунды, если кратанет 6. Чтобы можно было и мобайлем его атаковать. Ну, то есть, по сути, можно одевать потом колечко второе с Олимпиады. Уже после парализа. Anthony, I will not link my weapon, sorry. If you really want, I can a bit later. I will make screens, so wait a bit, please. Здоров, Крацера. Again 3 points. 3, 3, 3.
Окей, let's port. Эвикс. Подождем. Free points. Free. Hello, Chimer. About my weapon, guys, I will link screenshot on YouTube. Hello, Vagabond. Hello. Yes, it's just a screenshot my weapon. Так, я зафиксил это окошко, ID change. Thanks guys for following, for subscription. Okay. I have count. And let's see, where is my enemy? Oh, Zinilva played today, playing.
Hello. Залез. А в колдун. Андрей, my weapon был затрейжен. Нет его больше. Пропили. Again 3 points. Problem it's every almost every guy you give me 3 or 4 maybe 5 maximum points. I need to take someone from leader on ranking. And you have more. It's low chance. А что поменяло, это уже точно секрет. Это уже точно секрет. Так. Потихоньку движемся. Еще 3 боя по 3 и обгоню. Так. Главное, на самом деле, чтобы его поймать, либо чтобы его кто-то поймал. Потому что, ну, плоховаты шансы уже. Этот вуз, конечно, сильно подпортил мне поинты. Тем временем у нас делает бои БВ. Ну и, кстати, неплохо. Пока неплохо идет. У него все шансы сделать патриота. Так что пусть Элька за патриота больше сыт. Хотя он так и сыт. Андрей, это провокационные вопросы. Отвечать не буду. Пиу-пиу. Thanks.
Хрена ли вообще? Оу, Дрейк. Дрейк it's Dagger. Особо это фейерево сколько. Он рассчитывал на свой супер скилл, но в итоге не прокатило. Next time I will be better ultimate evasion for him. Ну а сейчас мы все дадим. And one luck and die. Ну, no? Okay. 3 points. Nothing, nothing new, 3 points. Yeah, it's hard to get more. But if I have disconnected, it's again minus 15 or something. Ugh, new system. If failing team died, he will also lose many points. For now, failing team have .408. Let's see after. Time to sleep. It's a patriot with LOL bow and equip. Match died, done, it's... Let's check points, apparently. Not? Not updated, I see. Maybe, after a bit. Maybe after... And yes, he had already two not bad hero. It's good chance for take someone. Where? No. Okay, let's port. Random. Three or maybe 2 points. I'm unlucky for take someone better. I even ready for Gitsobi or something like this game. Because only he can give me something more than 3 or 2.
Oh, he hide? This guy used hides. Понятно. Все с вами понятно. Ну и куда ты делся? Вот какой! А если вот так? Какой агрессивный. Что-то пытается затопазить. Free, free, free. I already got alt enemy with full gear, so I lost already many points. Let's check friendly points. This new update. I not understand. It's no change. But finally I have already some points, like my opponent, Trickster. Lord spoil already press. CLX VV. Interesting fight. But I hope we. Marcus. Maybe. I did trade. I snow is. My weapon is plus 11. I will use screenshot. Okay, let's port. Oh, 12, sorry. 12. No. Oh. Oh my god. Что ты C32 подсматриваешь? Ну да, ну ты сильный, и чё? Ну давай повтыкаем. Это ж так интересно втыкать. Да, 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 давай ещё ешку завязаю, так чтобы по чесноку было. А ты попадай.
Плюс 2. Оу. Оу. Only 2 points. Today a new system not helping me. Все-таки интересно. А, вот, засчиталось. Наконец-то засчиталось и показало его поинты. Да, он проиграл и проиграл там 12 лет. Ну, не 18, но 12 точно. Это многое все равно. Сразу откинуло его. А вот. И бои ВВ. Так, ребят, сейчас скажу, сколько боев осталось у меня. На самом деле немного. Это очень грустно. 9 боев. Грустно, потому что мне нужно ни в коем случае не проиграть. Лучше поймать на какого-то сильного и его выиграть. Ну и потом сейчас пойду ловить на твинки оппонента, оппонентов. Так же само буду пытаться поднасрать. Что поделать? Такая система, такие вот правила. Не писаны. Будем мстить. Не, больше никто никому. Один раз я только твинку Эльки проиграл и все. А, и до этого Фэдлинтли проиграл тоже ему. Но я бой не видел, я видел только систем меню и уже смена поинтов. Maybe he will give me something more. I, it's same, maybe. Same, I see. А, пел-пел, по поводу лука. Есть пушка, три камня и кольца. Ну, вообще самое важное, это также скилл на 30. Скилл, который у вас не так называется, вот не элементал, который не выучен. Сейчас после боя физикал атак. Момент, надо чувака уничтожить. Ну, ты уже без маны. То есть скилл дает да хренище дэмэджа, потому что ТП атака и скилл критикал пауэр. Критикал дэмэдж это для физика, это не то. Ну опять же, кольца у нас получается. Это не клейс, который дает. Сережка 5% скилл пауэра дает, что очень важно. Нет у тебя маны. Free points, окей. Okay. А что может еще давать? Да по сути все. То есть, если у тебя кэтай нет, рубин, кэтай. И, конечно же, атрибут. А макси свой атрибут, чем больше, тем лучше. Потому что сейчас, если у противника 110 и шмот, и много дефа поставил 80, надо больше и больше атрибута.
подлагивать начал. Странно. Так. Коста. Костас. About, don't worry about Zinc. But I can control. Yes, it's of course. You're right about this, but still I need some luck for take, maybe this guy too, because one lose and one fight and to lose here, it's not fair. Maybe two fights it's lose, maybe, but one lose. Ну, слушай, с этим луком у меня получается атрибут с розой и обычным бафом, то есть вторым, 1000. Ну, то есть у меня сейчас просто не выучен. It's not last my stage limited guard, I will improve a bit later. So, it will be... атрибут у меня будет 1000 где-то, 50, может, 1000, ну, до 100. Ну, 1000 это прям вот минимум, который надо разгонять. А там я, кстати, еще и не из-за опал. I don't use the power, so I don't have some any атрибут. То есть 1100 можно смело вообще разгонять, вообще просто на изи. Так, куда я бегу? Алло. Чё у меня лагает-то? А это гребаный... Я понял. Гребаное фото. Не знаю, мне в общем стрим жрет все ресурсы. Так, один у нас Эфириус. Какой-то пацанчик с критикал дэмэджем. Да, не за что. О, ты тирант. Надеюсь, не очередной убивак, который меня уничтожит. Ой, а чё не стоит с этой фигней-то? Ой. Ой, он закончился, пока менялся. Two points. Come on, even not three. Amazing system. 2 points. Two. Так, Олимпиада, мне еще симбайон. Так, это мы читать не будем. Uncheck again my stat. Сколько он последний раз-то получил? Так, посмотрим, что там драк убивает, вообще боссов нет. Боссы все стоят, никто их не убивает. Все файтятся. В
все шансы. Vivi have all chances to get not only here and status legend. Легенда. Ну что? Полетели, выселили Vivian. Оу, фри поинтс. Фит. It's not too. Already a bit happy. It's not too. Time to sleep inside. Так, кстати, догоняет. Ну, 30 поинтов разница. Где его рекрат? Или он уже отыграл все свои? А, он отыграл уже там. Все понятно. Все понятно. Или-то надо игры в сейве. Так, ну что будем делать с тобой? It's spoiler. О, меня убивают. Нет. Ну? Окей.
Ultimate Evasion. And he died. Yep. Same result, free. Not two, it's free. Окей. Древо скиллов, это АПшку что ли? Сейчас покажу. Сейчас, Андрей, сейчас покажу, вылечу. О, называется показал. Вот это я показал. Ну вот ты меня наказали. Так, ладно. Показал, так показал. Ладно. Ладно, ладно, запарился уже я. А Джонас, I have left... Left. 5 matches more, guys. It's 5 more and I will off stream and play on my alt. Another character. I can't stream this another fights. So it's only 5. And I have info, my opponent already have hit. So... It's already hit. Yes. Time to sleep already fitted my opponent. So it's a loose hero for me with... 90%. Yes, happened. Oh, this archer have many items. Who are you, guy? Who are you? These items, come on. Who are you? Okay. Three points, guy, with two rings, earring and bow, in the bow. 3 points. Nothing special, only 3 points. Okay. Okay. Thank you.
could I need safe mat? I didn't. Bad anyways. How many fight I have? 4. And strange, on first round, my opponent already got fit these points. Only first, he is really lucky. I mean my trickster opponent. Так, ну что, полетели, не так много боев осталось. Not many matches left, guys, so... It's almost done. See you again, Archer? Or it's another? Yeah, I don't remember. I think as, again, 3 points. Okay. It's dagger. Ho. It's dagger. It's spoiler. Lucky spoiler. Не, чувак. Не. 10 секунд, 9 секунд. Я не спешу. 3 points! Yeah! Ring, first stage. Okay. Only 3! Thank you.
Убить Соклаза. It's one of us. One of us, one. Us, one here. Thanks, Prayrock, for following. Кроссбоу? Кроссбоу был за трейжен. Его больше нет у меня. Пока-то гоняем. Ну, в дальнейшем есть планы на улучшение. Так что нужно подождать. Для наеба, в общем-то, и лимита пушки хватает. Но позже. Two points. Not even three. It's two. Yes. He still have more and more points. Better than me. Well, Patriot will lose hero. 20. Big chance if for more around 15 more points for VV is Patriot was here. It's okay though. So enemy lose time for here. Why? Mr. Дёрки, в общем, слушай, на самом деле по классам плохо понимаю, что на РОФ происходит. Поэтому... Тёмный диверсант, если хотя бы по стариночке скажи, там, не знаю, какой класс. Лучник или там... Сложно разбираться. Всё-таки у нас не РОФ, и по классам заморачиваться сейчас лезть не хочу. А так, подскажу. Пока время есть. Каждый раз напрягает панельку менять.
дайте мне моего оппонента. Вот, мой оппонент. Даже если у меня нету, блядь, гербаного это, у меня хоть есть шанс. Фух, мой шанс, мой шанс, мой шанс. Наказать, наказать. Наказать, наказать. У него... А, так ему скинули, получается, айтемы. Еще и на навык ему дали третий, небось. Или со своим. Ну, давай, друг. Давай, это мой шанс. Его нельзя просрать. Мой шанс, мой шанс, мой шанс, мой шанс. Ну что, встретились? Даже так не будет обидно просрать геройство. Мой шанс, мой шанс. Мой шанс, мой шанс. Мой шанс, мой шанс. Мой звездный шанс. Мой шанс, мой шанс. Мой шанс, мой шанс. Мой шанс, 10 points. Good job. It was мой оппонент. Without hit. Мой шанс, мой шанс. A bit better situation. It's plus 10. It's not 18, but it's something. Finally got something. Мой шанс, мой шанс. Убейте кто-то его еще. И будет лучше. Тут. Так, немножко мне осталось, немножко, один бой, остался. Но это хоть шанс мне завести еще твинка и поймать его еще раз. Так, ну так, чтоб, ух. Чтоб у него уши завернулись. Ушки на макушке. А, thanks, guys, thanks. Oh. It's not 18, it's only 10. But again, it's really help. But contingents still have feet. Guy already feed him. Дали бы мне сейчас боевой еще, был бы праздник. Дайте мне его еще. Дайте, дайте. Нет, это не он. Это Чантер. I have Чантер. Maybe 2 points. Only 2. Эх. Yeah, see guys, even if I lose here by points, I think it's not bad months for me, it's not bad skill, and in last fight I show him who is really hero.
So really, it's... Да ладно, ну убьёшь ты меня, что ли? Убьёшь? Нет, не убьёшь. Thanks guys, thanks. Sorry, it's last fight, after this I will off stream and play on my alt for chance to take him again. Three points, it's okay. Thanks guys again for watching. Спасибо, что болели. Если болели. Next week will be more stream for Olympiad. See you later. Всем спасибо. Пока. А, так, сейчас, секундочку, чувак, по поводу класса. Так. Опять же, я не понимаю, каму. Что такое кама? С темной профой получше или все же каму? Диверсанта, блин. Сори, я до сих пор не понял, что за кама диверсант. А, что за прога? Это ОБС? Все, ребят, побежал, надо выключать. Потому что надо быстренько пересаживаться на другой персон. Thanks, see you. Ребят, если что, я в Дискорде есть, постоянно спрашивайте вопросы, задавайте, подключайтесь. Дискорд, что там по Дискорду? Сейчас я спрошу, там кнопочку. А, блин, на Твиче не напишет. Ну, если что, на ютубчике посмотришь. Все, всем спасибо, пока.